Ополаскиватель или полости рта – это жидкость, которую следует использовать после чистки зубов перед сном. Он предназначен для устранения остатков пищи и бактерий, которые могут оставаться в ротовой полости после чистки зубов. Они могут помочь улучшить здоровье зубов, десен, но для достижения максимального эффекта необходимо правильное ополаскивать и использовать его правильно. Ты подпишись, а я сейчас расскажу. Что должно быть в составе ополаскивателя? Ополаскиватели полости рта должны содержать компоненты, которые помогают убивать бактерии и уменьшить количество налета на зубах. Среди таких компонентов могут быть хлоргексидин – это антимикробное вещество, которое убивает бактерии во рту и предотвращает образование налета на зубах. Фторид – это минеральное вещество, которое помогает укреплять зубную эмаль и предотвращать кариес. Цитилпиридиний хлорид – это антисептик, который убивает бактерии в ротовой полости и предотвращает образование налета на зубах. Эфирные масла помогают улучшить свежесть дыхания и уменьшить количество бактерий во рту. А ополаскиватели полости рта не должны содержать спирт, так как он может вызывать сухость во рту и раздражение десен. Кроме того, не рекомендуется использовать ополаскиватели, содержащие сахар или кислоту, так как они могут ухудшить состояние зубов и вызывать кариес. А как правильно использовать ополаскиватели? Чтобы использовать ополаскиватели полости рта, следует наполнить емкость ополаскивателя жидкостью и полоскать ее рот в течение 30-60 секунд. Затем жидкость следует выплюнуть и прополоскать рот чистой водой. Антисептические ополаскиватели – это ополаскиватели, содержат антимикробные вещества, такие как хлоргексидин, цитилпиридиний хлорид или бензиламоний хлорид, которые убивают бактерии в ротовой полости и предотвращают образование налета на зубах. Они помогают предотвратить зубной кариес, пародонтоз и другие проблемы полости рта. Ополаскиватели с фторидом. Они содержат фторид, который помогает укрепить зубную эмаль и предотвращает кариес. Ополаскиватели с фторидом могут быть особенно полезны для людей, живущих в районах с нехваткой фторида в воде. Ополаскиватели для чувствительных зубов. Они содержат компоненты, которые помогают уменьшить чувствительность зубов к холодному, горячему, сладкому или кислому. Они могут содержать калий, нитраты или фториды. Или ополаскиватели для свежего дыхания. Они содержат эфирные масла, такие как мята, эвкалипт или карамель, которые помогают улучшить свежее дыхание и уменьшить запах изо рта. Натуральные ополаскиватели. Они содержат натуральные ингредиенты, такие как растительные экстракты, эфирные масла или соли, которые помогают убивать бактерии и улучшить здоровье полости рта. Они могут быть особенно полезны для людей, которые предпочитают натуральные продукты. Ополаскиватели для детей. Они менее содержат интенсивные антимикробные вещества и меньше фторида, чем ополаскиватели для взрослых. Они также могут иметь приятный вкус, что делает их более привлекательными для детей. Каждый вид ополаскивателя для рта имеет свои преимущества и недостатки, поэтому перед выбором следует проконсультироваться с врачом или стоматологом. И вот некоторые из лучших ополаскивателей по мнению стоматологов. Элмикс. Ополаскиватель Элмикс содержит аминофторид, который является их ключевым активным ингредиентом. Аминофторид способствует реминерализации и укреплению зубов, предотвращая разрушение эмали и образование кариеса. Ополаскиватели Элмикс также могут помочь в борьбе с чувствительностью зубов и улучшить общую гигиену полости рта. Ревилайн. Эти ополаскиватели содержат различные активные ингредиенты, такие как цитилпиридиний, хлорид и фторид, которые помогают убивать бактерии, предотвращать образование налета и укреплять зубную эмаль. Ополаскиватели Ревилайн также могут помочь улучшить свежесть дыхания и общее состояние полости рта. Листерин является одним из самых известных популярных брендов ополаскивателей для рта. Он содержит хлоргексидин, который убивает бактерии и предотвращает образование налета на зубах. Листерин также содержит эфирные масла, которые помогают улучшить свежесть дыхания. Крест. Бренд Крест также предлагает ополаскиватели для рта, которые содержат фторид и антисептики, такие как цитилпиридиний хлорид. Ополаскиватели Крест помогают укреплять зубную эмаль, предотвращать кариес и убивать бактерии в ротовой полости. Они также имеют приятный вкус и могут помочь улучшить свежесть дыхания. Президент. Ополаскиватели Президент содержат очень высокую дозировку нитрата калия, что и обеспечивает быстрое снижение повышенной чувствительности. Кроме того, средства, содержащие кальций-лактат для увеличения минерализации зубной эмали, а также высокую концентрацию ксилитола, он нейтрализует кислоту в полости рта, тормозя этим деминерализацию зубов и в конечном итоге также опосредованно способствует снижению повышенной чувствительности. Ну и в заключение, что ополаскиватели полости рта могут помочь улучшить здоровье зубов и десен, но для достижения максимального эффекта необходимо выбирать правильный ополаскиватель и использовать его правильно. Ополаскиватели должны содержать компоненты, которые убивают бактерии и предотвращают образование налета на зубах. Кроме того, они не должны содержать спирт, сахар или кислоту. Подпишись, дальше больше интересных видео.